Здорово, народ! Сегодня мы будем разбирать песни группы Metallica, Master of Puppets, акустическую интерлюдию где-то в середине песни. Вообще, помимо того, что сама партия очень красива, она также невероятно полезна для развития правой руки, так как она играется переменным штрихом. Суть переменного штриха заключается в том, что медиатор должен совершать удары по струнам вниз и вверх, поочередно в жестком порядке. В ином случае это уже будет непеременный штрих. Итак, начнем. Зажимаем аккорд ЕМ, ми минор. Указательный палец ставим на второй лад пятой струны, средний палец на второй лад четвертой струны. И играем перебор. Шестая, пятая, четвертая, третья. Теперь зажимаем аккорд D sus 2. Указательный палец ставим на второй лад третьей струны, безымянный на третий лад второй струны. Теперь перебор такой. 4, 3, 2, 3. Потом один раз дергаем открытую первую струну, ставим средний палец на второй лад, пока она звучит, и тут же его срываем со струны. То есть получается у нас 0, 2, 0. Ну, здесь два приема, хаммер-он и пул-офф. Ну, фиг с ними, идем дальше. Вторая. Третья. А теперь ставим мизинец на третий лад первой струны. И эта связка звучит так. Теперь повторим, что уже выучили. Далее аккорд C sus 2. Оставляем безымянный палец на третьем ладу второй струны и ставим средний палец на третий лад пятой струны. Играем перебор. 5, 3, 2, 3, 2, 3. Еще раз. 5, 3, 2, 3, 2, 3. Дальше зажимаем указательным пальцем второй лад на четвертой струне, дергаем, и потом открытая вторая струна. Получается... Так, ставим средний палец на второй лад третьей струны, играем перебор. 5, 3, 2. Затем пятая открытая. Потом указательным пальцем зажимаем второй лад на пятой, дергаем, продолжая держать средний палец, играем перебор 3, 2. Получается. Теперь опять дергаем пятую струну на втором ладу. А теперь указательный палец переносим на первый лад четвертой струны. Перебор 4, 3, 2. Потом ставим безымянный палец на третий лад шестой струны. И все. Фрагмент такой получается. Все вместе. Дальше тема повторяется, то есть играется на репризе. Это все, надеюсь, вам понравился разбор. Ставьте плюсики, там, пальцы вверх. И подписывайтесь на канал Shake the Guitar, там, где там каверы пишу. Надеюсь, вы их оцените. Ну и пожелания вы там можете оставлять. Все, пока!